партию с победой. Два отмененных гола во втором периоде. Как повлияли на настроение команды? Ну, никак. Мы первый период сыграли не очень удачно. Как бы пропустили два ненужных гола. Поэтому настроение после первого было такое злое. Нас не остановило, что первый гол, что второй не засчитали. Судьям виднее. Мы шли к своей цели, добились того, что хотели. Что изменилось по сравнению с предыдущей игрой? Уфа по-другому начала играть? Да, спаренные игры вообще, как бы, они все время проходят так интересно, я бы сказал. Уфа играла в свой хоккей, мы играли в свой. В прошлой игре у нас нам удалось 3 в первом забить. Мы играли как бы на удержание, получали удовольствие от хоккея. Тут игра получилась чуть другая. Ну, результат 2 очка. Мы этим довольны. Что с большинством? Работаем. Работаем, при все придет. В прошлой игре забили, да. На булитах, кстати, тоже не особо везло. Штанга, перекладина. Штанга была у Конькова, ну, для нас, перекладина. У нас для этого есть Антон. Спасибо ему, как дает нам шанс все время, каждую игру. Ну и дворец сегодня практически полный был. Да, вы знаете, заметно, это очень приятно, очень мотивирует. И самое интересное, что вот мы последние две игры, после игры услышали молодцы. И это так приятно, и это хочется слушать после каждой игры, после каждой победы. Они мотивируют на хороший результат. Какой следующий зимний вид спорта будет представлен после матча шоу? Почему зимний? Может быть, летний? Может быть, даже тот вид спорта, который болельщикам не очень известен? Тем не менее, впереди Борис, фактически победитель уже нашего дивизиона. Ни разу мы в этом сезоне еще не обыгрывали. Ну, вот есть повод. Справиться. Конечно. Нам ничего не остается, нам только остается радовать болельщиков. Мы уже не попали в плей-офф, как бы осталось как бы хорошо закончить сезон на приятной ноте. Как бы мы будем стараться побеждать, у нас нет такого, что мы там... Мы играем для них и пытаемся сделать все, чтобы им было приятно.